Основу выбора профессии закладываются еще в школе, когда на уроках выявляются способности к каким-либо предметам, а во время общения с родителями, учителями и сверстниками – личные качества. Уже в это время можно примерно определиться, в какой из основных сфер человеческой деятельности имеет смысл приложить свои силы. Ребята, это восьмиклассники, девятиклассники, они проходят ознакомление с предприятиями Великовского муниципального района, с медициной, с МЧС. Они действительно видят изнутри, сейчас объясняют им, чем живет любое направление, любая сфера в Великовском районе. И рассказывают про каждую профессию. И профессия, она раскрывается полностью перед молодежью в полном объеме. В этом году День карьеры молодежи проходит одновременно в четырех городах – Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге. Ярмарка сможет оказать помощь школьникам в выборе будущей профессии. Посещая каждый модуль, у детей была возможность увидеть работу предприятий изнутри. Мероприятие проводится с целью, чтобы дети поближе познакомились с профессиями, которые востребованы сегодня на рынке труда, пообщались с представителями организаций и предприятий нашего района, где эти специалисты требуются. Дети с большим удовольствием слушали всю информацию о каждом предприятии, задавали интересующие вопросы и получали ответы. Смогли погрузиться в атмосферу работы агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли, медицины, полиции, МЧС и многих других. Точно взвешивает сырье. Берем, взвешиваем на весах. Вот Калашникова. Применяется у нас в исключительном случае при отражении нападения. Выбор – дело всей жизни, безусловно, важен для каждого, поэтому очень важно выбирать профессию не просто престижную, а ту, что приходится по душе. Что тебя привлекает в медицине? Почему ты хочешь? Я хочу помогать людям, спасать их жизни, потому что я хочу решать их проблемы, которые со мной бывают. Любой человек, определяясь по поводу будущей профессии, в идеале должен быть на 100% уверен, что это именно то, что ему нужно, именно то, что будет доставлять ему положительные эмоции. Тогда и в дальнейшем многолетний труд всегда будет в радость. Виктория Врабия, Максим Колосов, новости провинции.